Относительные имена прилагательные. Относительные прилагательные обозначают такой признак предмета, который не может быть в предмете в большей или меньшей степени. Например, мясной бульон, степной ветер, абрикосовый джем. Относительные прилагательные не имеют краткой формы. Относительные прилагательные всегда образуются от других слов, существительных: музыка, музыкальный, пассажир, пассажирский, глаголов: стирать, стиральный, учить, учебный, Магдалина. Они называют такой признак, который относится к предмету или действию. Эти прилагательные легко определить, если найти слово, от которого они образовались. Стиральная машина – машина, которая стирает. Пассажирский поезд – поезд для пассажиров. Только не забывай проверять, может ли этот признак проявиться в большей или меньшей степени. Этот поезд пассажирский, а тот...